Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 897. В январе 31 день, а в году 365 дней. Какую часть года составляет январь, апрель, февраль? То есть нам нужно написать дробью, какую часть года составляет один вот из этих, то есть каждый из этих трех месяцев. Так как в году 365 дней, год это у нас одно целое, то одно целое можно разделить на 365 равных долей, то есть на 365 частей. А одна часть это будет один день. Дробь нам показывает, знаменатель дроби, то есть нам показывает, на сколько равных частей было целое разделено, у нас целое разделено на 365 дней, на 365 частей. А числитель показывает, сколько частей мы взяли. В январе 31 день, значит 31 часть мы взяли. Значит 31, 365 года, это январь. Давайте вспомним, сколько в апреле у нас дней. В апреле, соответственно, 30 дней. То есть 30 частей мы взяли, а весь год разделен на 365 частей. То есть 365 года – это апрель. И февраль. В феврале может быть 28 дней, а может быть 29 дней. Но так как в году у нас 365 дней, а не 366, то имеется в виду обычный, не высокосный год. И, соответственно, в феврале у нас 28 дней. Ну и 28 тогда 365 года. Это февраль. И выполнили задание 897. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.